Всем привет, друзья! Вы на канале Power Device, и у меня для вас очередной интересный ролик по смартфонам Xiaomi. Хочу показать вам стильную сборку из разных тем, а также один трюк, который работает в совокупности с темами Xiaomi, а также с кастомными обоями. Друзья, в первую очередь, для того, чтобы найти все темы для нашей сборки, вам нужно обновить ваш магазин тем. Обновление я оставлю по ссылке в описании. Это глобальное обновление магазина тем. Вам нужно установить его себе на смартфон. У меня это обновление уже установлено. Немного ранее на канале я уже выкладывал видео, где показывал обновление этого магазина тем. Одной из его особенностей является то, что здесь появляются некоторые платные темы. Но, конечно, платные темы здесь далеко не все. Просто суть, друзья, заключается в том, что все эти платные темы, которые вы можете видеть в этом обновлении, в старом обновлении эти темы не будут находиться, вот и все. Обновление глобальное, и я считаю, что на него нужно перейти. Итак, давайте перейдем к следующему шагу. Установим вот такой виджет. Прикольные подходящие иконки. Также покажу, как установить вот такие обои, которые реагируют на движение вашего смартфона. Ну и, конечно, покажу трюк, который я обнаружил. На экране блокировки наши обои выглядят вот так. Если не применять трюк, то у нас не будет падающих лепестков. С трюком поверх обоев появляются данные лепестки. Выглядит это очень прикольно. Итак, друзья, давайте начнем именно с применения этого трюка. Если вы обновили магазин тем, зайдите в него. В поиске вбейте название Line. Данная тема нам и нужна. Загрузите ее себе на смартфон и примените полностью. Тему обязательно нужно применять полностью. Для этого зайдите вот здесь в настройки и включите все пункты, которые будут включаться. У меня не включается строка состояния и система, ничего страшного. Применяйте все те пункты, на которых можно поставить галочки. После применения данной темы ваш смартфон должен выглядеть так. Применяются обои, значки. Шторка и строка состояния не меняются, они остаются стандартными. И самое главное, должен примениться экран блокировки. Здесь должны быть падающие лепестки. После этого, друзья, вам нужно скачать еще один файл. Это живые обои от смартфона Pixel 5. Естественно, они будут выложены по той же ссылке в описании. Установите данные обои себе на смартфон. Далее зайдите в Play Market. В поиске напишите Google обои, и если у вас нет данного приложения на смартфоне, то установите его. Теперь зайдем в Google обои, находим живые обои. Здесь и появятся наши обои, которые мы устанавливали ранее. Пирамида из камней. Эти обои нам и нужны. Клацаем по ним. Можно зайти в настройки. Выбрать задний фон. Я выбираю этот. Нажимаю «Установить как обои». Главный экран и экран блокировки. Обои применились. Если раскачивать смартфон из стороны в сторону, то вместе с ним раскачиваются и камни. Теперь блокируем смартфон и проверяем свой экран блокировки. Друзья, может быть такое, что данный экран не применится, и у вас здесь по-прежнему будет тема от Line. В таком случае, друзья, идем в магазин тем. Заходим вот в эту вкладку «Обои». Здесь устанавливаем какие-то любые обои «Применить на оба экрана». Проверяем, что данные обои применились на оба экрана. Экран блокировки и рабочий стол. Снова идем в темы. Снова идем в тему Line. Проверяем, чтобы были включены все галочки, которые включаются. «Применить». Выходим на рабочий стол. Теперь не блокируем смартфон, сразу же идем в Google обои, живые обои, применяем пирамиду из камней, я захожу в настройки, выбираю свой цвет, установить как обои, главный экран и экран блокировки.
Обои применяются, после этого ждем около 5-7 секунд, чтобы все загрузилось. После этого блокируем смартфон. Как видите, данный трюк с нашей темой без проблем применяется. Двигаемся дальше в нашей сборке. Для того, чтобы применить интересные значки, впишите в поиски тем MIUI 11. Данная тема нам и нужна. Эти значки очень похожи на стандартные, но они немного изменены. Данные значки отдельно можно применить как здесь, оставив галочку «Только значки». Но я же всегда иду назад, захожу в эту вкладку «Компоненты», «Значки», нахожу здесь нужную тему, «Применить». Наша сборка потихоньку преображается. Теперь давайте добавим виджет. Для того, чтобы установить данный виджет, в поиске тем напишите название «Nusantara пробел MIUI». Заходим в соответствующую тему. Здесь, друзья, вам нужно просто ее загрузить и не применять. Идем на рабочий стол, удерживаем на нашем старом виджете «Удалить». Теперь делаем щипок «Виджеты». Находим здесь нашу тему «Nusantara». Выбираем ее. Виджет применяется. Итак, трюк с экраном блокировки мы уже применили. Обои применили, значки тоже. Виджет установлен. Осталось изменить только строку состояния. В поиске тем пишем название A16 Infinity M13. Будьте внимательны, смотрите, как это написано у меня. Нам нужна эта тема. Загружаем ее себе на смартфон и пока не применяем. После загрузки, друзья, если зайти в настройки в этой теме, то здесь невозможно будет применять строку состояния. Поэтому шагаем назад, заходим в эту иконку, компоненты, строка состояния, выбираем нашу нужную тему, применить. Теперь у нас появляется новая стильная шторка. Обратите внимание, что если включать интернет, там изменяется надпись on-off. Либо также на этих плитках, если их активировать, появляется галочка внутри значка. Также, друзья, к слову скажу, что в этой теме, вот здесь в строке состояния, внутри батареи поддерживается заряд в виде цифр. Это характеристика именно этой темы. Поэтому можно будет зайти в настройки, уведомления и центр управления, внизу строка состояния, индикатор батареи. И здесь уже выбирайте по вашему вкусу. На данном этапе мы завершили нашу сборку. У нас применен экран блокировки вместе с трюком. Значки, обои, виджет и строка состояния. Друзья, если будут какие-то вопросы, пишите их в комментариях. Не забудьте поставить лайк. Желаю всем только качественных девайсов и правильных настроек. Пока-пока.